Всем привет! Это программа «Выход в свет» и я ее ведущая Светлана. Сегодня мы находимся на припате детского Евровидения 2016. Вперед! Насколько девчонки талантливо, профессионально выступили, насколько они держались. Вот у них, у одной из девочек выключился микрофон, но она не показала, не подала виду. Я даже не заметила. Вот. Это все время наслаждение. Это можно просто даже зарядиться от них чем-то очень-очень светлым и позитивным. Поэтому я здесь с удовольствием. Невероятно. Светлые, что ли, как это сказать, они сказочные, они сказочные, и песня потрясающая, поэтому я прям как-то нутром чувствую победу. Большие шансы занять первое место. Большие шансы. Вся Россия будет болеть за наших девчонок. У нас, получается, репетиции каждый день по несколько часов, по 5, по 6. И идут примерки, замерки, подсъемки, съемки, очень много всяких. Тренируемся. Справляетесь? Да, тренируемся. Поражает уровнем своего профессионализма, уровнем своей отдачи, душевной отдачи, отдачи физической. Конечно, радует, что такого уровня продюсирования, и, конечно, очень хочется, чтобы наши детки победили. Еще когда вот ты молодой и маленький, тебе остается что-то такое глубинное знание, какая-то глубинная чистота, которую мы, к сожалению, теряем, взрослые. Надо бояться. Сцена – это как такая скамеечка, на которой ты стоишь перед родителями, читаешь стишок. Вот это сцена. Ну, просто здесь немножечко побольше эта скамеечка. Девочки, проект «Живая вода». Мы с вами, мы вас любим, и мы уверены, что вы победите. Скажи, что будет с нами, когда за облаками темно совсем. Мое сердечко бьет.